Вы можете показать пару трюков для наших подписчиков? Да, можу один показать. Ну покажи, давай. Опа, это что такое? Я ни разу в жизни такого не видел. Стоит ли это повторять дома нашим детям, ну, подписчикам? Что? Стоит ли это повторять дома? Нет. Нет, почему? Это опасно для жизни. Ясный хуй. Да? Да. Понял, хорошо, давай. Молодец. Годка у нас обратно чудесная и... Ого-о-о-о, обратно Владик. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Добре, сижу, отдыхаю, бачишь? Угу. Так, ну, вы, по сути, идемте, пройдемте, да. О, пошли. Так, вы, по сути, типа, по жизни вы спортсмен, да? Не. А кто, вы можете рассказать? Не, не могу. Почему? Ну, это секрет. А, это секрет, вы не хотите делиться секретом с нашими подписчиками, да? Не, не хочу. Хорошо. Значит, это пошло не по правилам, как бы. Ты же понимаешь, что тебе никто за это не заплатит. Какие хуй мы не платим? В крайнем случае, ебало разнесу сейчас. Дядя, не быкуй. Пошли. Обратно Владислав? Да иди ты в бар. Владислав, а вы можете рассказать, как это быть здоровым человеком? Не можу рассказать. А вы употребляете что-то? А что именно? Ну, я у вас спрашиваю. Так, а я у вас питаю, что именно? Да что-нибудь. Да нет. Вы говорили, вы учились на тракториста. Вы можете рассказать, что это за трактор? Что? Модель этого трактора. Вы можете... Ну он пойди почитай, что за трактор. Где читать, Владислав? Вон сзади. А, сзади? Да. Вон, это у нас Беларусь МТЗ. Да, МТЗ-80. МТЗ-80. Владислав, будешь знать. Я и так знаю. С вами Вячеслав Геннадьевич и Владислав Сергеевич. Владислав Сергеевич. Да. На каких основаниях вы пробываете в этом прекрасном общежитии? Проживаю я тут. Проживаю, да? А вы снимаете квартиру или у вас бизнес какой-то? Вы охуевший какой-то, так? Ну да. Понял, так сколько тёлочек в день вы употребляете? Да хуя. Да хуя? Это ноль или ноль? Нет, 20. 20. Ладно, хорошо. Спасибо вам.